ինչպես էր ձեր համար Հայաստանը եւ ինչպես հարմարվեցիք մեր պայմաններին, հայկական պայմաններին? Armenia, именно я первый раз здесь в Армении. Город понравился, нормальный город, хорошо встретили, гостеприимный народ. Вот Хайк встретил, все на уровне. Ինչ կասեր ինքդ քեզ վաղվա մենամարտից անմիջապես հետո? Поздравлять я никого не буду, поздравлять будут, наверное, меня, а не все. А если так суждено Всевышним, почему бы и нет, если я проиграю? Если я проиграю, я поздравлю, почему бы и нет. А если я выиграю, то я выиграл. Если засудят, это уже никого я поздравлять не буду. Но не засудят, не дойдет до этого.